Всем шалом! Сегодня у нас было приближение к Богу, не приближение, а погружение в Дух Святой. И мы сейчас расскажем, что кому Бог чего показал и кому чего сказал. В общем, я начинаю с себя. У меня было освобождение, и вообще перед самой молитвой погружения в Дух Святой мы благодарили Бога, и во время того, как другие благодарили, у меня на сердце установилось, как будто бы происходило какое-то освобождение. Пришла легкость, и как будто бы что-то, я бы сказала, темное даже, ушло. И потом, соответственно, после молитвы о погружении в Дух Святой у меня было освобождение. И, как я поняла, этот дух, он... Я не знаю, что это за дух, но, в общем, он сначала у меня с рук как будто бы сам сбросил вот эти какие-то оковы, они, наверное, были слабые. Потом этот дух начал своими же руками как-то у меня из головы убирать. Я даже не знаю, что он... Ну, я думаю, ну, что-то тоже нечистое. Но, в общем, сначала либо с шеи, потом с головы, потом даже из ушей что-то начал вынимать, из глаз, из лица. Ну, в общем, как будто бы какая-то скорлупа, он вычищал... Ну, в общем, не знаю, как это описать. Но и при этом в душе у меня становилось все легче, легче, легче. Я поняла, что произошло такое освобождение. То есть этот дух сам как-то, ну, наверное, не сам, его Бог сам как-то из меня выгонял таким образом. Ну, в общем, в основном так. И потом, соответственно, у меня пришел мир и спокойствие, что этот дух ушел. Ну, все. И теперь передаю слово Тане. У меня тоже было освобождение сначала, и я еще просила Бога освободить меня от торопливости и нетерпения. И, в общем, я ничего не видела, но освобождение происходило от этого. И после этого пришел мир, и пришло такое присутствие Божие, как шхина сошла. И просто, ну, и Бог мне говорил некоторые вещи касаемо меня. Ну, он сказал, что не бойся ошибиться в принятии решений, но будь смелее в этом, не забывай провозглашать те стихи, которые мы выписываем, и включая тот стих, что не любящий Господа, призванный по его изволению, все содействует к благу, и что даже если я ошибусь, то надо просто вспомнить этот стих, ну, в смысле, не бояться сделать ошибку и понимать, что все содействует к благу, и что, в общем, это просто касаемо лично меня, лично в смысле того, как я мне было сложно раньше принимать решение. И, в общем, Бог меня сейчас как бы учит, чтобы я этого не боялся. И, ну, он еще там говорил еще по некоторым там личным вещам, как поступить. Ну, в принципе, это все. Ну и мир, конечно, пришел. Такой Божий мир. На этом все. А я в это время, погрузившись в Бога, я просто как бы пребывала в мире, и в это время у меня в основном были какие-то размышления и, возможно, переосмысления каких-то вещей. В целом, просто я сидела в таком спокойствии и как-то, возможно, один раз зевнула, но в этот раз ничего такого яркого не было. В принципе, всё. Диана у нас не будет, да, говорить. Ладно, на этом тогда все. Всех благословляю, всем шалом.